Гадис Гаджиев стал лучшим юристом года. Накануне в Уфе состоялось вручение ежегодной региональной премии. Судья Конституционного суда России в отставке Гадис Гаджиев выиграл премию имени Венедиктова. Члены жюри отметили его за вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, а также защиту прав и законных интересов граждан. Поздравил заслуженного юриста России и глава дагестанского парламента Заур Аскендеров. Он лично вручил Гаджиеву почетную грамоту Народного собрания и именные часы.